Всем привет! Вы на канале «Мой сад, моя гордость» и с вами Елена. Сегодня я хочу посеять многолетние растения, вот, достаточно редкие растения. Какие-то из них даже занесены в Красную книгу. Это такие, как синюха северная, то есть фотографии я буду вам вставлять, друзья. Вот, такие, как скабиоза розовая. Кстати, синюха занесена в Красную книгу, друзья. Очень красивая, голубенькими цветочками, очень симпатичное растение, достаточно миниатюрное. И такие, как физария, друзья. Вот, вот эти три сорта я сегодня посею, друзья. Сеять буду со стратификацией. То есть я сейчас в основном многолетники сею все со стратификацией. Вот, опыт у меня уже есть. И в этот раз я прикупила себе новых семян, друзья, новых для меня растений, потому что, кто знает, кто наблюдает за моими роликами, я очень люблю всякие экзотические растения, друзья. И вот в моем саду этих растений нет, и я их прикупила, друзья. Вот, перемешала я водичку с фитоспорином, приготовила я грунт. Это универсальный грунт, то есть обычный универсальный грунт с добавлением торфа. Торф вот такой вот рыхленький, хорошенький, достаточно влажный. Приготовила вот такие теплички. Теплички я в тепличках проделала дренажные отверстия для того, чтобы если вдруг перелили, чтобы вода могла выйти, друзья. Сейчас я пройду. Это водичка с фитоспорином, которая я настояла в течение, наверное, часа. Она у меня постояла. И вот сейчас я все это дело пролью. Приготовлю грунт. Так. Сделаю разделение зубочисточками, потому что семян мало, поэтому сеять буду три сорта, чтобы не отдельно мне в подложке, а вот такие вот я теплички использую. Где-то побольше у меня есть теплички. И давайте сеять. Буду я сеять сейчас синюху северную. Откроем пакетик. У нас уже сезон посевов открыт, друзья. Так, высыплю сейчас вот так. Семена не совсем пыльные. Такие вот семянки. Сейчас я лупу вот так вот. Видите, какие они? Это синюха северная. И вот так вот я их сейчас присолю. Ну, а потом все это дело мы присыпем еще небольшим слоем. Тем же самым грунтом. Так, посмотрим, чтобы у нас здесь ничего не осталось. Все. Так. Синюха. Теперь мы посеем физария. Тоже очень красивое растение. Я когда увидела, мне очень понравилось. Они достаточно миниатюрные. Так, тоже сейчас высыпем пакетик. Семена не мелкие, хочу сказать. Не мелкие. Тоже вот видите, какие кругленькие такие семянки. И вот так вот сейчас я сюда вот попала. Сюда их вот так посажу. Так. Будем наблюдать. Буду вам все-все показывать. То есть пройдут они у меня стратификацию 2 недели. Я все это потом занесу домой и поставлю под подсветку в тепленькое место. Так. Скабиоза розовая. Тоже семена не мелкие. Так, все вроде бы высыпало. Вот такие вот семена скабиоза розовая. Видите, как выглядят?
И сейчас посеем с вами. Так, поближе сюда поставлю. Такие крупные, хорошие семянки. Растение тоже невысокое. 15-20 сантиметров. Так, все, посеяли. Сейчас я сюда бирочку поставлю и присыпем грунтом. Этим же самым грунтом слегка-слегка присыпаем. Можно присыпать и песочком речным. Песочка у меня нет. Вот так вот мы сейчас присыпем. Влажноватый, конечно, грунт. Занесла с улицы. У нас уже морозы. На улице снег. Вот оттаял у меня этот мешок с землей. Так. Все, присыпали. Немножко вот так сейчас придавлю чуть-чуть слегка. И опрыскаю. Опрыскаю я. Водичка с эпином у меня разбавленная. На 500 миллилитров 2 капли эпин экстра. Можно 2, можно 3. Точно не навредите. Это чтобы потом хорошо-хорошо наши растения взошли. Стимулятор роста. Ну и все, друзья. Закрою тепличку. День у меня постоит контейнер дома, а завтра я вынесу на улицу. Все это дело закопаю в снег, как и предыдущие семена, которые я сеяла. Вот. И 2 недельки они у меня будут стоять на улице. Все, кому понравился мой ролик, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Всем вам хорошего настроения, тепла и добра. И хочу пожелать здоровья вам и здоровья вашим растениям, вашим саду. И до новых встреч. Пока-пока.